Доброе утро, всем привет! Сейчас будем делать в прямом эфире макияж. Я совершенно не накрашена, сейчас я подожду, когда зайдут мои девчонки. Так, ну что, я готова? Где все? Я начинаю. Потому что у меня через 5 минут уже эфир, и мне нужно за 5 минут быстро-быстро сделать макияж. Держи. Я использую праймер сначала. Привет, Лизунь! Праймер обязательно наношу, потому что он шикарно фиксирует макияж. Так, я его наношу плоской кистью на все лицо, на лоб, хоть у меня и челка, все равно наношу. Как настроение? О, привет, Аленка. Так, нанесла. Далее я беру тон, сейчас использую тон The One с ледниковой водой. Вообще тон бомба просто. И для тона я люблю такую плоскую толстую кисть. Я прям набиваю в нее, видите, с руки вот так набиваю тон. И вот такими разглаживающими движениями наношу на лицо. Привет, мои красоточки! Конечно, в телефон краситься не очень удобно. Но я буду, если что, подглядывать в зеркало. Просто как палитру готовим лицо к макияжу, чтобы все было идеально. У кого есть вот такие вот круги под глазами, темные, какая-то пигментация, напишите в чате, я вам сейчас покажу фишку, как убрать быстро эти круги. Я недавно общалась с профессиональным визажистом, и она мне показала эту штуку, потому что я немножко делала по-другому. Тоже прикольно. Привет всем! Надо вам всем помахать. Там. Вот. Так, тона даже много. То есть я сделала одно нажатие и чуть-чуть еще. Вот это было чуть-чуть лишнее. Тонируем все. И веки, брови, нос и губы. Я тоже тонирую обычно. Сейчас я на них бальзамчик нанесла, чтобы было хорошо. Следующая кисть. Она у меня в сумке. Так. Ждите секунду, сейчас я возьму ее. Все, я с вами. Вот такая кисть. Я ей нанесу быстро пудру и румяна. Пудра обалденная, серия The One, рассыпчатая, профессиональная. Боже, она такая классная. Вот так вам, наверное, лучше будет меня видно. Свет разверну. Высыпала немножко пудры, набрала на кисть. Кисть вот так вот постучала, чтобы пудра распределилась. Можно еще набрать, постучать. И аккуратненько уже. Можно, знаете, можно просто как облачком махнуть, а можно запечатывать. Привет всем, всем любителям макияжа. И мы, когда вы запечатываете тон, то он, естественно, он будет держаться дольше намного. Да, все, Орифлейм. Кисть это из набора. У меня целый набор, там штук 20 таких кистей, очень красивых. Они приходили в подарок за 1 рубль. Целый комплект, и они бесподобного качества все. У меня, в принципе, все Орифлейм. У меня другой косметики просто нет. Ничего нет другого. У меня единственное, что есть из Лореаль, это пшикалка, которая, когда волосы сильно отрастают, и корни становятся светлые. Я ей тонирую корни, буквально там 2-3 раза сделаю, чтобы, ну, например, не успеваю покраситься или еще что-то. Меня это просто вот выручает. В Орифлейм такой штуки нет. Это единственная причина, вот почему я взяла... Там. Но вот сейчас, чтобы кисть не искать для румян, я этой же кистью воспользуюсь, нанесу румяна. Румяна у меня вот такие сейчас, прессованные, тоже из серии Giordani Gold. Я им сюда прилепила наклеечку. Но, кстати, не очень удобно, то что пудра и румяна в одинаковых коробочках, они не отличаются. И у меня пудра Giordani есть. Румяна, и я каждый раз открываю, мне нужны румяна, я открываю пудру. И я взяла себе наклеечку, приклеила. Я теперь знаю, что это румяна. Тоже вам лайфхак маленький. Набрали румяна, также постучали, прикладываем вот на эту область, которую вам нужно, да, затенить. И приложили, отпустили. Приложили, отпустили. То есть мы сейчас не носим румяна, как раньше были полоска, такие, да, яркие границы. Это не модно. То есть румяна должны быть естественные. Приложили, оп, отпустили. Чуть-чуть, да, с усилием, оп, отпустили. То есть лишние гранички можно растушевать.
Да, кисти вообще божественные. А остались румяна, я чуть-чуть на носик. У меня длинный нос, я поэтому пипку, чтобы спрятать. Темное прячет, светлое вытаскивает. Да, есть такие правила. То есть пипку накрасили. И вот так можно тень кинуть сюда. То есть тени у нас все прячут. То есть раз, и второй подбородок у меня спрятался. Еще обязательно делаем сразу брови. У меня такие стаканчики я использую. У меня в них стоят всякие карандаши. Кстати, такие драгоценные стаканы. Какой-то камень, забыла какой. Для губ, для глаз это в отдельном карандашике. Тут заколочка торчит. То есть мне очень удобно, потому что все под рукой. Сейчас мы будем с вами работать с бровками. И, кстати, кисточки нужно почаще купать, чтобы они у вас были чистенькие. Возьму зеркало, потому что мне так далеко видно. Вот смотрите, брови, конечно, корректировать очень важно. И начинаем мы с начала брови делать посветлее и потихоньку будем затемнять. Потому что сейчас это модно, такое ламбре макияж бровей. Видно вам? Нормально все? Девочки, как я рада, что вы пришли посмотреть. Надеюсь, полезно будет. Можете вопросики какие-то задавать. Единственное, только я сейчас буду делать все очень быстро, потому что у меня уже там сейчас должна быть следующая встреча. Ну, 5 минут у нас есть. Брови быстро подкрасили. Чуть-чуть. Бровки. Раз, два, три. Я их сильно не крашу, потому что они у меня свои темненькие. Но чтобы придать форму, объем, немножечко их как бы выразить, потому что брови это как рама для картины. Брови делают наше лицо выразительным. Вот, в принципе, вот лицо выровняли, брови накрасили. Да? Ой, сейчас возьму телефон. Вот, смотрите, уже красотка. Да, можно реснички сделать, губки подкрасили, все, идеально, как бы, да, тем более сейчас лето, жара, как бы не хочется лишней косметики. А я использую такие вот тени стойкие, сегодня буду их использовать. Не тот оттенок взяла, подождите секундочку, у меня просто их 4 оттенка, а где-то самые светлые. Ну ладно, буду этими, значит. Вчера красилась, наверное, где-то положила. То есть я беру самый светлый оттенок, снимаю. Они матовые и еще и стойкие. Представляете, какая прекрасная комбинация? Наношу на века. Они быстренько тут схватываются, высыхают, да, как бы высветлило. И века становится такое гладенькое, такое красивенькое. Вообще просто... Да, косы я сама заплетаю. Вот сейчас прям заплела. 10 минут у меня уходит на плетение, может даже 15, где-то сегодня я более так, как это, кружевное делала плетение, оно посложнее немножечко, чем когда обычно идет. Там немножко лишнее, излишки убираем, кисточкой можно убрать. Также кисточкой можно растушевать это все, сделать тоненько. Можно второй слой нанести, то есть как вот вы хотите, какой макияж делать, с каким усилием, так и делаете. Следующий оттенок потемнее. Я не помню, честно, как он называется, но это не самый темный, а 4-й получается оттенок. И я выделяю краешек. Я только по краешку глаза, вот тут века, вернее, выкладываю такую маленькую капельку, складочку, и тут же ее тушую кисточкой. То есть беру кисточку, и чтобы не было резких границ, и не было слишком ярко, то есть я хочу такой спокойный летний макияж сделать. И то же самое делаю на этой стороне. Чуть-чуть. Пишите вопросы, если есть вопросы. Вот, и у меня сейчас такая проблема, я перед поездкой в Грузию накладывала себе ресницы. И вот мне их сняли, у меня свои ресницы еще не отросли, как бы они немножечко в таком состоянии грустненьком находятся, их очень мало. И я вам сейчас покажу, как я их восстанавливаю. Так, где у меня карандаш для глаз? Вот. Так, беру карандаш для глаз и чуть-чуть подвожу внизу капельку прям. Видно вам? В ресничках. Вот прям в самих ресничках.
чтобы чуть-чуть глаз, да, выделить. Потому что если у нас здесь четкая линия, здесь сейчас мы накрасим ресницы, то внизу мы тоже должны выделить хотя бы чуть-чуть. Тень. Должны быть легкие тени. Тут, и тут, и тут. Чтобы макияж был стойкий, засветилась. Я беру такую тонкую кисть, беру тени, палеточку, карандаш Джордани серый, беру палеточку и беру оттенок, который мне, ну, сейчас, например, нужен какой-то натуральный коричневый. И чуть-чуть прям вот здесь же прохожу тенями по карандашу. Во-первых, закрепится стрелочка, она не поплывет, не потечет, не смажется, и будет держаться целый день. А вчера, например, я была в сауне, то есть я пошла на тренировку, а потом пошла в сауну, попарилась там, потом я искупалась душем, то есть на меня капли летели. И я вышла из душа и сняла ролик, но я его не выложила в сторис, в чат скидывала девчонкам, то есть я удивилась, у меня макияж вообще не тронулся. Я единственное, только я лицо смыла, вот тон с лица, потому что жарко было, и я, чтобы кожа дышала. Глаза я вообще не трогала, и они у меня шикарные. То есть мы пошли в кафе, и я даже не подправляла макияж, я только губы подправила, и все. Вот, сделали, и беру другую кисточку, и чуть-чуть светлыми тенями, такая же кисточка тоненькая, светлыми тенями чуть-чуть и тут в уголочках высветляю, чуть-чуть, не сильно. И потом, сейчас покажу, чем я спасаю реснички. Мой любимый гель Зеван. Он реально восстанавливает ресницы. Очень хорошо. Это прозрачный гель. Его не видно. Я им сначала подкрашиваю реснички. На ночь это делаю. Если я дома, днем я не накрашенная, делаю несколько раз. Ну, конечно, нижние заодно чуть-чуть хотя бы. На него, кстати, великолепно ложится тушь. Супер просто. Моя любимая тушь. Кстати, многие почему-то выбирают 5 в 1 тушь именно в сиреневой упаковке. Я разницы не вижу. Вот говорю, я хожу сейчас уже третий тюбик подряд. Я открываю эту тушь 5 в 1. Она у меня не осыпается. Я не вижу разницы между тушью в сиреневой упаковке. Поближе надо подвинуться. И тушью в красненьком футляре. И она, кстати, будет в ближайших каталогах, по-моему, в следующем. Тоже с большой скидкой. Так что можете смело брать. А я хочу попробовать новинку в следующем каталоге. Тушь термосмываемая. Тоже в красненькой упаковке. С малюсенькой кисточкой. Она должна давать великолепный объем. Я так думаю. Будет супер. То есть накрасила первый слой. О, сразу глаз какой интересный. Зашла опять в тушь, набрала чуть-чуть туши. Сейчас прям секунду посмотрю, а то, может, у меня там в комнате народ ждет. Ага, сейчас мы быстро закончим. Я побегу туда. Вторую сторону красим. Первая пока подсыхает. И вот, знаете, даже несмотря на то, что реснички сейчас восстанавливаются, они пока коротенькие, жиденькие такие. Все равно вот эта тушь, она их классно прокрашивает, укладывает, потому что они, другой тушью я пробовала, это просто бардак, они торчат в разные стороны, и у меня ничего не получается справиться. Эта кисточка, она просто уникальная. Первый глаз у нас уже подсох. И мы теперь берем и переворачиваем кисточку на длинную щеточку, длинная сторона щеточки. И вот длинной стороной мы делаем длину и подкручиваем. Делаем длину и подкручиваем. Так, видно? Я немножечко это сделаю. Так, и нижние реснички остаточками туши немножечко оттеняем нижние. Вот. С ресницами мне не очень повезло, но главное, что они есть. Вот. Вот и все. Макияж готов. Осталось там губы накрасить, но у меня пока они с блеском, с бальзамом. Вот что у меня получилось. Чуть-чуть свет поверну. Как вам видно?
То есть все, глазки выразительные, бровки выразительные, чистые веки, реснички хлопают, да, все в порядке. Вот. Если есть какие-то вопросы, можете в директ написать. Я всегда отвечаю, рассказываю все, делюсь впечатлениями. Так, мои косы здесь. Все, спасибо всем за внимание. Желаю позитивного дня. Будьте красотками, ухаживайте за собой, независимо от того, зима или лето. Девочки, мы всегда должны быть куколками. Все, пока-пока.